Приветствую вас, дорогие друзья. Мы в прямом эфире телеканала ТБН из нашей студии Филадельфии. Филадельфия – это город братской любви. Это город любви, который Бог дал каждому из нас. И об этом и наш телеканал. Чтобы мы сегодня могли благословлять каждого из вас. Чтобы мы могли благословлять наших братьев и сестер из города братской любви Филадельфии. И сегодня у нас в гостях замечательные наши друзья, помощники, соработники, люди, помазанные от Бога с небес. И у них есть слово для каждого из вас. Слово, которое Бог приготовил для этого дня. Это очень важно для вас. Принять то, что Бог говорит. Не то, что человек говорит каждому из вас. Хотя это тоже очень важно. Но то, что говорит Бог, это то, что не просто меняет жизнь. Это меняет все существо человека. Меняет направление этого мира. Меняет направление жизни в вашей семье, ваших близких и родных. Поэтому примите сегодня благословение. Послушайте, вместе с нами Игорь Ашкеназе, пастор Святой Свободы. Ведь Бог дает каждому из нас свободу. Но если она в Иисусе Христе, она святая. Святая свобода. Аминь. Пастор Петр Беднюк, церковь Слова Веры. Вот это то, что мы сегодня будем проповедовать. Слово веры, которое Господь дает нам. Вы знаете, у Бога есть множество даров для каждого человека. И один из них – слово веры. Это дар с небес. Когда мы верою отдаем то, что Бог вложил в наше сердце. И вы верою можете принять это слово веры. Знаете, кто-то говорит, ну как вот возможно сказать слово, и целая гора, как написано в Библии, уйдет в пучину. Да, гора в пучину уйдет, это просто. Мы сейчас, у нас достаточно экскаваторов, взрывных машин, это человек сам может сделать. Но вот проблемы, которые связаны, горы проблем, которые связаны с болезнями и немощами, с нашими внутренним состоянием, вот это то, что невозможно никакими экскаваторами или взрывными машинами убрать. Поэтому Бог убирает это специально для вас. И сейчас я верю, что церковь из Филадельфии, Слово Жизни, которое представляет пастор Николай Новик, это то откровение, Слово Жизни, которое Бог принесет вам сегодня. Послушайте, это сверхъестественный эфир. И сегодня здесь, в Соединенных Штатах, принимают ваши звонки. Ваши звонки принимают сейчас в Сибири. Ваши звонки принимают сегодня буквально по всему лицу земли, в Европе. Поэтому дозвоните сейчас. Если вам нужно сейчас слово от Бога, если вам нужно исцеление, если сегодня вы чувствуете себя